Привет, добро пожаловать на канал Inform TV. Дмитрий Быковский стал знаменитым благодаря роли капитана милиции Джексона из популярного телесериала «Ментовские войны». Да и вообще, на него трудно было не обратить внимание, поскольку он отличается не только богатырскими внешними данными, но и отличным чувством юмора. Но даже у такого красавца не получилось стать счастливым в личной жизни с первой попытки. И он выбирал вторую половину до тех пор, пока не понял, что счастлив по-настоящему. А обрести это самое чувство ему помогла сотрудница полиции, которая стала его четвертой супругой. После окончания Государственной академии искусств Быковский оттачивал мастерство сначала в Воронежском театре, затем в Липецком. Но он всегда мечтал попасть на съемочную площадку. Впервые его мечта осуществилась в 2001-м, тогда он снялся в комедии «Вовочка». Интересно, что на тот момент артисту было немного за 30. Впервые Дима связал себя узами брака довольно рано, в 20 лет. В этом союзе появилась на свет дочь Вероника, но брак оказался недолгим и супруги развелись. Бывшая жена уехала работать в США, а он остался в России. После этого у него была еще одна попытка стать счастливым семьянином. От брака со второй супругой Анной в 97-м родился сын Ярослав. Сейчас молодой человек проходит обучение в военном училище. Но даже родившийся ребенок тогда не смог помочь родителям сохранить свой союз. Вскоре у актера были отношения с Мадиной Варначевой, с ней он даже не дошел до ЗАГСа, но это не помешало им дать жизнь сыну Назару. А потом последовало тяжелое и длительное расставание вперемешку с длившимися годами судебными слушаниями. За это время актер уже успел встретить новую возлюбленную Наталью, которая впоследствии стала его женой. Судебные разбирательства не прошли бесследно, и Дмитрий пережил инсульт. Хорошо, что рядом оказалась Наташа, которая с помощью врачей поставила его на ноги. Спустя всего 3 месяца артист снова снимался в «Ментовских войнах». Правда, его голос выдавал, что полностью организм еще не восстановился, и после завершения 10-го сезона Дима решил взять паузу. Но, к счастью, по прошествии времени здоровье Быковского наладилось. Да и в личной жизни у него все прекрасно. Он по-прежнему женат на Наталье, которая уже дослужилась до звания подполковника, а в 2013 году супруги стали родителями. Сейчас их дочь Аксинья уже школьница. В этом году Дмитрий снялся в картине Вячеслава Росса с символическим названием «Только серьезные отношения». И Дмитрий уверен, что в жизни у него будет все так же. Если вы помните этого актера, ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!